Вітаю вас, і знову ми на політичній кухні АТВ, партнер нашої програми «Салон меблів Фрегат», партнер показу «Торгова марка Гробина». І з сьогоднішнього дня торгова марка «Оберег» – сумські високоякісні сири. І сьогодні в гостях на нашій політичній кухні депутат Сумської обласної ради Андрій Кисіль. Раді вас бачити. Добрий день. Кисіль Андрій Юрійович – депутат Сумської обласної ради. Народився 11 вересня 1972 року в місті Шостка Сумської області. Освіта вища. З 1996 року по 2010 рік працював в органах Державної митної служби України. Пройшов шлях від інспектора митного поста до начальника Глухівської митниці. Протягом 2014-2015 років – радник міського голови міста Глухів. З 2015 року і по теперішній час – директор ТОВ «Автопорт-сервіс» місто Суми. У 2015 році обраний депутатом Сумської обласної ради. Очолює профільну депутатську комісію з питань промисловості, енергетики, транспорту, зв'язку, розвитку підприємництва та паливно-енергетичного комплексу. Безпартійний, одружений, виховує трьох дітей. В преддверии все-таки таких весенних прекрасных праздников начинается Масленица. Вот, скоро будем мы праздновать наш всеми любимый праздник 8 марта. Да? Особенно нами любимый праздник. Я думаю, он всеми любимый. Поэтому сегодня, так как говорят по нашим украинским традициям, с пустыми руками в гости не ходят. Да? Я сегодня пришел вот с этим прекрасным тортом, чтобы можно было очень поздравить красивый. Наших. Уже хочется наброситься. Да. Наброситься. Уже хочется, чтобы так на улице было. Но если не с орхидеями, то зелененькое все. Спасибо большое. Что мы вот из этой красоты будем делать? Ну, я являюсь почитателем и постоянно смотрю вашу программу. И вот из всех тех, которые программ я смотрел, да, мне интересно было все-таки, что уже не было на этой кухне, не готовилось. Много чего не готовилось. Много чего, да. Но я думаю, что я буду в этом вопросе индивидуален. И я хотел бы начать приготовление с очень простого блюда, которое всеми нами известно. Это кисель. Вот вы удивили прям. Так, кстати, а вот в детстве любили кисель? Да, конечно, кисель. Мамин любимый, да, или бабушки? Бабушка, в основном бабушка. Mm-hmm. Помню, как различной такой консистенции заливали в тарелочки, и там и в стаканчики. Целая процедура. Кто помоложе туда, вернее, постарше, бегали в магазин, и по 14 копеек он такими брикетиками были. Oh. Грызли его такой кисло-сладкий, очень вкусный. Шикарный, кстати. Вот. Ну, это такое блюдо не из брикета, тут все как бы натуральное. Индивидуально дома готовится. Я буду подтягивать. Абсолютно, да. Очень быстро, очень легко. Самое главное, что полезное, фруктово-ягодный кисель. Значит, тут что там, ингредиенты? Ингредиенты. Какие? Смородина, угу. Вишенка. Вот, все со своего огорода, со своих деревьев. Ну, понятно. Да. Это предварительно. Это уже из сусидского, бог его знает. Ну, может, где-то что-то там, ягодка какая-то упала. И упала. Да. Упала случайно. Предварительно замораживали, ложили в морозилочку. Вот сейчас, пока ехали к вам, оно размерзлось. И, если разрешите, будем сразу готовить. Да? Опа. Такая. Будет насыщенный цвет. Процесс пошел. И цвет тут уже. Слушайте, ну у вас и фамилия такая кулинарная. Ну, я же постарался. В детстве доставалось? Да было. В школе. Было. Но... В детском садике. Я представляю. Хоть такая украинская кисель. Знаете, такие, ну как-то так с киселем у меня различные было. Так, сюда бросаем. Так, и чтобы не забыть, самое главное, там, пока оно все это закипает, что мы должны? Берем немножко крахмала. Так, это кукурузный крахмал у нас. Кукурузный крахмал, заливаем его обычной холодной водой. А почему кукурузный? Ну, считается полезным. Полезный. Он используется в десертах. Вот. Надо заливать, нельзя сразу бросать в горячую воду, потому что он свернется, так. И мы ничего не сможем тогда... Так, а мы в какую же? Она же уже горячая. Да, вот так. Я его предварительно я его холодной водой развожу. Ага. Так, ну, такой, чтобы был настоящий кисель. А, вот. То будет блинчик там из крахмальчика. Так. Хотя моя фамилия...
Так, я вот потихоньку его заливаю, помешиваю, да. Ну, це вже мішаємо. Це точно як дома на кухні, вилочкою. Да, там у нас все є для цього. Все. Ну правильно, коли мужики готують, вони як би к этому більш спокійно. Все должно бути. А если потом еще самому мыть, да, то лучше все можно сделать одно. Ну, приходится это, но это нас не пугает. Самое основное, чтобы все получилось. Так, мне в процессе его помешать или уже не надо? Можно, но там уже как бы не так важно. Там сахар есть, чтобы оно не осело, немножко, может, надо будет помешать. Ну, пахнет хорошо. Вот мне нравится так готовить. Раз, и все, уже блюдо готово. Там сильно все блюдо с вами осталось. Кисель у нас готовится, он сейчас вот он кипнет, мы его отставляем и ждем, оно все и как можно бы... пить або есть. Можно, если густый, то будем ложками. Ну, я постарался такую консистенцию сделать, чтобы его можно было пить. Все, молчу. Андрей Юрьевич, далее. Что дальше? Дальше? Так, что дальше? Ну, ведь у нас сейчас, смотрите, начинается масленица, да? Да. Весна, с 4 числа у нас уже начнется масляная неделя. Сыропустная, как мы ее называем, да? Вот она будет с 4 по 10 число она продолжаться. 10 воскресенья оно закончится прощенным воскресеньем, и мы уже войдем в этот светлый и большой пост. Вы как батюшка прямо, все так наизусть, как-то так серьезно. Ну просто как бы знаю, что это наши традиции православные, христианские, поэтому, конечно же, это надо знать. Вы человек верующий, все это знают, что вы человек, который помогает очень храмам, который с такой четкой в этом плане позиции. А вот это ваша семья, это вас так в детстве учили этому? Вас водили в храм. Откуда такое отношение? Знаете, ну, как-то так. Я не могу сказать, что я, ну, было мое воцерковление семьи. Вот. Как-то так. У нас именно вот по линии матери дед был, мама рассказывала, что он не священник был, но такой очень воцерковленный. У него, он говорит, постоянно молитвы читал, Евангелие читал. Возможно, как-то, ну, знаете, как-то по генам оно передалось, потому что ну, я тоже, ну, в каком, я где-то, наверное, в 30 лет, так сказать, пришел к вере. Вот. Мне просто в жизни повезло, и встретился мне как раз тот человек, который привел. Это, ну, я это не скрываюсь, на сегодняшний день мы уже родственники, это мой духовный наставник, это отец Георгий Бавыкин, которого вы тоже знаете. Которого все знают. Да, в нашем городе. И вот, ну, вот так вот, знаете, как и по сегодняшний день, мы уже больше 15 лет с ним вместе. Вот, он крестил моего ребенка, я уже вот крестный отец и у него, вот, и одного из детей. Поэтому мы так уже сроднились, и так вот идем по жизни. Предлагаю сделать сегодня блины. Все очень просто. Готовится очень быстро, легко. Ингредиенты самые простые. Потом мы можем как бы массу разных начинок туда есть, начиная там и с медом, и с икрой, кто как, кто с рыбкой. Вот тут я вот сегодня яблочки взял, тоже яблочки со своего огорода. Вот, мы... Что у вас там за фазенда? Да. Надо отдельно рассказать. Гектар, наверное, потому что на 6 соток нормальных вряд ли поместится. Ну, чуть больше 6 соток, но есть и яблони, и груши, и вот и вишенка, и черешни свои есть. Вы раньше это делали когда-нибудь? Да, конечно. Да, то есть опыт есть. Ну, честно, не часто, понятное честно дело. Честно скажу, как-то дома не так часто приходится это делать. В основном я люблю, когда выезжаем на отдых, на природу. То есть костер и мясо это на вас, вот, да? В прошлом году буквально так вот я взял, у меня такая большая сковородка, вот, и мы жарили, выходили прямо в детском парке. На природе блины, что ли? Прямо на природе. Жарили, вот точно так вот готовили. Так, давайте я буду тоже что-то делать. Наверное, буду готовить творог. Да? Творог. Можно вы готовьте творог. Все делаем на глаз. Вот. Немножко сахара, соли. Ох, сахара, возможно, я перебью, но будет сладче. Тоже не так страшно. Немножко добавляем сюда молока. И... Так, Андрей Юрьевич, пока готовим. Знаем примерно вашу биографию, но не знаем, где вы учились. Как-то так покрыто... Учился. Ну, я же... Сам я шустинский, слава богу, у меня там еще родители живы, и мама, и папа там. Ну, институт я заканчивал не один. Первое образование у меня педагогическое.
Вот, это Сум-ДУ, да? Наш сумской педагогический, Сум-ДУ. Тогда просто институт на сегодняшний день. Какая специализация у нас была? Университет, физвоспитание. Я учитель физической культуры. Ну, а дальше пришлось, есть у меня экономическое образование. Закончил уже заочно Харьковскую академию при президенте Украины. Вот. Так, это Академия управления. При каком президенте? Ну, при президенте, при всех она на сегодняшний день. Это тоже вот такое... Что-то мне мало верится. Мне кажется, при каждом президенте при... своя академия. Нет, своя она академия. Постоянно. Нет, это академия. Нет. Так, вот я еще сейчас немножко добавлю молочка. Вот. Пришлось юридически тоже харьковски заочно. О, боже мой, так вы сколько времени вы учились? Было. Ну, вот как... Что-то пригодилось? Что-то нужно было? Конечно, все пригодилось. Пригодилось не только потому, что, да, вот я вроде как бы учитель физкультуры, меня отправил мой учитель. Вот, и он говорил, что ты должен, ну, твоя как бы профессия должна быть связана с детьми, с людьми. Спорт стає засобом виховання тоді, коли він є улюбленим заняттям кожного. Так, ну я думаю, тут уже достаточно хорошо вы взмешали. Давайте. Чувствуется у Сан Саныча тоже физическая подготовка. Ну а как же? Вот. Так, ну что-то туда, что-то не туда. Что-то туда, ну это же, знаете, ну, это как, нормально. Я же думаю, так, может мне его сразу вот так? Да-да-да, можно мешать. Слушайте, на это можно смотреть бесконечно, как мужчины готовят. Ага, особенно блины. Перед 8 марта. Ну я честно говорю, я люблю готовить, но блины первый раз. Я думаю, оно и вот я тоже самое говорю, конечно. Каким видом спорта вы занимались? Легкая атлетика. Легкая атлетика. Самый лучший вид спорта. Легкая. Ну и сейчас вот, сейчас видите, все прекрасно, зима такая, вот это сейчас немного. Немножко дожди уже. А так вот всю зиму лыжи у меня. Вот, ездим с семейством в Токари. Вот, и так рядом с домом есть возможность. Стою на асфальте, в лыжи обутый, да? Ну, сейчас уже зимы-то у нас позволяют и на лыжах. Давайте. Так, ну уже так оно... Килограмм на 15. Не-не-не, ну а это же как, работа, это, как в зале, надо потихоньку вес-то надо увеличивать. Это я попросив, называется на свою голивоньку. У нас вот, ну, как говорят, о себе скромно можно говорить долго и вечно. Да? Ну, так, я так немножко как бы похвастаться. Как, вот так, ну, у меня... Трое детей. Так, дети есть уже... чем похвастаться. Без подготовки, да, пока конечно. Пока трое, как я всегда добавляю. Вот, старший уже живет сам в этом году. Так, ну хорошо. Все, прекрасно. Так, значит, теперь вы дозволите, я тут уже, я должен Давайте. Уже как бы... Какая рукой мастера теперь. Да, вот не, ну надо же, ну как самое основное, чтобы же можно да, было... Да. Вот по чуть-чуть молочко добавляем. Ага. Так, Андрей Юрьевич, дети. Дети. Да, так вот, немножко похвастаться и о детях, да, поговорить. Вот, старший сын сейчас живет сам, готовит прекрасно, не знаю, как ему, откуда, ну, возможно, тоже, ну, через гены передается, все у нас в семье. Значит, творческий человек, человек. Я так иногда к нему заезжаю, люблю, там, знаете, по кастрюлям походить, там, это, что там у тебя, ну, ж вечно ж где-то не доедаешь, это, ну, всегда молодец тоже. А может, он рисует там? Это правильное воспитание. Творческий, Творческий. Да еще ж не такой этот, возможно, еще творческий что-то раскроется. Такого у него нету, я не могу сказать. Ну пока. Кухня это уже. А какую профессию выбрал для себя? Он юрист по образованию. Закончил Харьковский юридический по образованию. Ярослава Мудрого. Так, Мудрого, ну да. Надеемся, что да. Что действительно таки Мудрого. Вот. Слушайте, а как вы попали в таможню? Очень интересная тема. Таможня, ну да, таможня всегда очень интересная и такая немножко как бы она острая, особенно вот на сегодняшний день. Почему она острая? Мне кажется, она просто шикарная. Ну, шикарная. Я абсолютно этого не стесняюсь. В те-то годы. Годы, да. Годы они все. Абдулла, таможня дает добро. Вы не просто попали в таможню, вы еще и прошли путь от инспектора к начальнику Глуховской таможни. Ну, было это так. Я молочко убираю. Ставим сковородку так. Сейчас, пусть секундочку. Она у нас прогревается.
и будем готовиться. Пришел, да, я пришел простым инспектором. Вот, можно так, если так объяснять, просто рабочим. Это был набор какой-то, вы услышали про него? Было, я подал заявление, подал заявление, проходил конкурс. Так получилось, что 9 месяцев проходил стажером. Обычно это там как-то месяц-два, максимум три. Вот. Ну, а я вот проходил стажером, на 3 месяца мне отправили вначале на таможенный пост Юнаковка, потом по всем полям поводили. Был и на Белополе, и в Краснополе, и все посты. Там еще вагончики, наверное, Сумской стояли, тогда, да? Были вагончики. Ага. Вот, топилось все это дровами. Романтика. Тогда была действительно романтика. Ну, и так я прошел весь путь от простого инспектора, главный. Вот, да не простого начальника. Замначальника, да. И вот искренне могу сказать, как говорят у нас, ну, нельзя. У меня очень простые родители. Никто мне не помогал, и это открыто говорю. Никому денег не платил ни за одну должность. Ни за инспектора, как я приходил первый раз, ни за начальника таможни. Да там обычно таможни платят. Ну, чего же вы должны платить-то? Не, ну, говорят же, чтобы попасть туда, надо вот так. Слушайте, ну как вы туда попали, мне понятно. А почему вы оттуда ушли? А я знаю, почему уходят обычно с таможни. Почему? Говорят, если еще чуть-чуть останусь, посадят. Нет, в этом... Тайная страница биографии. Нам нужен... Возможно, и так я... Сейчас я беру... Ага. А у нас есть вот такой тоже красивый. Ну, в принципе, так, ванильный сахар нам сюда нужно добавить? Да, добавляем туда ванильный сахарок. Давайте бы уже горить. Горить, и душа горить, и сковорода горить. Ну, пробуем. Все, давайте. Ну, с Богом. Так. Все. Не так и горит. Видите, немножко я добавляю, потому что вижу, что... Ну, красивый получается такой. Ну, так он. А ну ж потом все как бы... Так, проработал я... Долго? Долго я работал. И в 2010 году новая власть пришла, новые люди. Вот, новые потоки начали направлять. Значит, ну, меня, знаете, после как выборов говорят, получается, да. Так, мои принципы, может, уже... Так, вот сейчас вот я... Разрешите, я вот так вот... Да разрешаю. Это раз, вот так вот, поддеваю я сейчас чуть-чуть. Не, чуть-чуть. Ой, да, а мне сдается. Опа. Ну, первый, горят сюда комом. А у нас он не комом, а даже очень даже так прижарененький, очень симпатичный. Тарелочка у нас есть, да, куда мы будем выкладывать? Только, Сан Саныч, протрите ее. Ой, пора. Аккуратно. Оп. Ого! Ну, первый блин в жизни я перевернул. Сан Саныча как-то даже лучше получается, ну. О, видите, все. Ну, это я попробую. Все нормально. Все, хорошо. На соль есть? Мы сами будем есть. Не важна форма, важно содержание. Так, ну, как так, давайте продолжать. После таможни, какой был следующий этап? Тогда появился бизнес или тогда быстрее пришла в жизнь политика? Оно как-то пришло вместе. Так. Знаете, мы... Сейчас я одну секундочку боюсь, что там все уже прекрасно, классно. Так? Классно, да. Ну, вообще уже пошло. Ну, еще, как говорят, еще не настолько научился, чтобы сразу два дела делать и языком шевелить, и блины жарить. В политике научились. Оно в настоящей политике, я думаю, они могут не только два дела делать. Там все Юлии и Цезари. А, наверное, больше. Да, в 2010 году я уволился по собственному желанию. Да. Вот, увольнял меня. Кто? Не буду я, наверное, фамилии называть. Ну, очень такой известный человек. Вот, Калетник Игорь Григорьевич. Слышали. Вот, да, именно он. Нас увольняли не просто, нас увольняли пакетом. Ну, увольняли всех, кто тогда работал. Звучит шикарно, конечно. Да. Увольняли пакетом. Да, ага. Увольняли начальника, зама одного, второго, ну, как, угу. Как тогда говорили, называли. Руководящий делали, весь состав, да? Да, делали чистку. О, запах пошел сразу. Запах пошел, мы крышечкой накрываем, вот, и пусть оно немножко, оно сейчас дойдет. Так, я блин снимаю. А вы были к этому готовы? Вы знали, что это произойдет? Или это было очень внезапно?
Ну, началось с начальника. Ой, какие внезапно красивые или внезапно. То есть все к тому шло, да? Меня уволили, ну, это же, я говорю, что как оно было. Не просто разрешили уйти самому, это было неинтересно тогда, а уволили по статье за порушение присяги державного службовца. Вот так, еще же такие уткнули. Ну, на сегодняшний день я и не могу сказать, что я этот. Я прошел три инстанции. Наш Сумской суд, апелляционный, Харьковский. Дошел до высшего апелляционного суда в Киеве. Вот, и возобновили меня на работе. Пришел, но уже после этого, конечно, я работать я не стал. Ну, пришли другие люди, пришли другие команды. Время было совсем другое. Вот, я уволился немножко, как бы... Ой, красивые. О, смотрите, а. Да, уже пошли, уже пошли красивые. Немного побыл дома. А потом, ну, понял, что ну, надо все равно же как. Надо семья, надо что-то делать. Это молочка сюда мне сдается. Можно, да? Давайте. Ну, конечно. Вот Сан Саныч раз говорит, все, я... Вот. Давайте. Не, с его опытом... Экспериментируй. С его опытом работы на кухне, да? Да, а и блины тоже, да? Ну. Блины, да, я особенно. Вообще первый раз вот это вижу. Присутствую. А ощущение, что вы каждый день их жарите. Ну, так это самое главное. Бизнес, который вы создали, он существует и сейчас. И на сегодняшний день я работаю директором предприятия. Да. Такой обширный. Вот, почему пошел в политику? Это в 15-м году я тогда, ну, сегодня не секрет, я заходил, так, можно же было... В депутаты попасть только через... Только от политической партии. Только от политической партии. Вот я тогда... Вот сюда бы нам укропчика еще, да? Укропчика. Вот как раз укропчик и был, да. Я прочитал многие программы, да, и наиболее всех, она тогда новая. Тогда же еще помните, как это оно с Донбассом и все. И я заходил от партии укроп. У меня... Когда наступило разочарование? Я не скажу, знаете, как бы не то чтобы разочарование, но это не, вопрос, наверное, даже не только в укропе, а вопрос, наверное, она в партийности. Партийность, партийная дисциплина. Система сама, да? Система, да. Когда ты, ну, тебе избиратели просят одно и говорят вот так вот, а ты приходишь, а партийная дисциплина требует другого. Ты должен все-таки поступать вот так вот. Ну, я вышел. То есть вам ближе мажоритарка? Я не был никогда, и на сегодняшний день я не являюсь членом ни одной партии, да. Я просто был во фракции УКРОПа, вышел, и на сегодняшний день я внефракционный депутат. Да. Создал свою группу, вот, да, группа «За людей», которую я возглавляю. У нас туда входит 5 депутатов. Вот, абсолютно они различные. И все «За людей». Так, сейчас вам еще? По-прежнему не нравится ни одна партия? То есть вы не представляете, чтобы вы шли от какой-то партии? Вы знаете, я на сегодняшний день вот просто как внефракционный и внепартийный, я, наверное, могу сделать намного больше, чем я бы был в какой-то партии. Вот. И, ну, знаете как, ну надо тут, наверное, больше не словами, а делами. Давайте про дела. Есть общественная организация «Душа Сумщины», так? Кто ее создал, кто придумал это название, чем она занимается? Потому что можно увидеть по городу билборды с вашей фотографией, где написано «Душа Сумщины». Переворачивай. Опа. Так вот, чем занимается эта общественная организация? Да, это громадское объединение. Инициатором этого объединения был я. Так. Какие цели? Ну, вот на сегодняшний день... Сам человек, он все равно, он, как понимаете, никто. Везде должна быть армия, везде должна быть команда. Я хотел подтянуть именно не политические партии. Пусть бы туда, мне, как бы моя мечта была, что туда будут заходить все. Кто неравнодушный, кто любит действительно наш город. Сейчас я одну секундочку снимаю. Они у вас тоненькие такие, оп, красивые. Да. Все будет. А что с рыбкой? Достаточно так, или еще? С рыбкой. Я думаю, чтобы ее этот, сейчас она немножко остынет. Ее так надо вилочкой раз, чтобы мы ее как бы начиночку сделали. А, рыбку просто переложим. Здесь раздавить, да? Да. Так давайте. Если можно, в тарелочку. Треба їсти тільки хорошу їжу і помалу. Так само з книгами і кіно. Мама увидит и не поверит, скажет, вот сынок готовит это. Все же, когда домой приезжаешь, тебя всегда ждут, такой стол. Ты, ну как, знаете, ну, как любая мама. У мамы в гостях это... Какое самое любимое блюдо было мамино? Самое любимое?
О, красивая ну, такая. Я очень люблю сладкое. Так. Вот. А у мамы, конечно, Наполеон. Вот, не знаю, на сегодняшний день... Вкуснее не ели, да? Туда, наверное, вкладываются не только продукты. Один... С детства. Да, да. Слушайте, вам вообще повезло. Мама вас баловала сладеньким. И жена, я так понимаю, тоже может вас баловать сладеньким. Потому что жена известна в городе... Мы знаем, чей это торт. Кондитер, да. Ну, да. Она сам, ну... Собственник кондитерской. Она не кондитер, она сама, да. Сейчас я немножко тут приберу. Но все равно, наверное, же не просто так она вот раз в другие тортами. Ну, наверное, она умеет. Предыдущие готовить. Два года, это вот в этом году была расстроена, что ей не дали лучшего кондитера. В прошлом она, году был точно. В прошлом и позапрошлом, да. Они брали первое место, лучший кондитер города. Их ну, гламур завоевывал так. Ну, в этом тоже, я думаю, успокаивал ее. Она стала лучшим предпринимателем в своей номинации, да, это ну, ресторанной. Она лучший предприниматель года. Ну, это серьезная награда. Занимается, такая. Да. Вот она у нас, так, она все у нас и бизнесмен, и... Вот, и хранительница очага. И хранительница так. Очага, конечно же. Вот, да. А вы балуете жену? Чем? Ну чем? Подарками, поездками, сюрпризами какими-то. Ну, на праздник. По-разному получается. Знаете, я даже вот так вот задают, когда бываешь в таких общественных местах, говорят, очень часто спрашивают, какое ваше хобби? Ну, и что так, вы отвечаете? Я говорю, ну вот, а что такое хобби? Это вот это то, что чем человек очень ценит, дорожит, да, то, что он любит. И мое вот хобби – это моя семья. Это вот это действительно то, чем я вот, ну, так дорожу и то, чего иногда не хватает. Ну, в силу своей там занятости или там... Все свободное там, время вам лучше всего провести в семье, ну, так? Вот, да. Мне, я с удовольствием. Сегодня семья моя, вот так сказать, и хобби мое уже расширяется. У нас появился и зять. Вот, я думаю, что и... Может, внуки, скоро туда, дедушки. Пока этот, ну, я надеюсь. Нет, ну, это все конечно. Нормально, это ну, все правильно. Больше всего я люблю, когда мы все собираемся вместе. Вот, я там и шашлычок, рыбку люблю сделать. Тоже вот, на природе или у себя дома. Как в песне «Шашлычок вот, под коньячок» да. Вкусно вот очень. Там, да, вот там, конечно, я уже готовлю сам, я это никому не доверяю. Что, даже когда, отцу Георгию? Ну, когда на природе... Не, ну, отец Георгий, у него своя миссия. Своя задача. У него миссия духовная. Он старается насытить духовной пищей, а мы уже... Что, даже на выходные, что ли? А мы уже плотской. Ну, выходные, воскресенье, батюшка, всегда ж на службе. Его. Вот, но тоже на сегодняшний день, вот что такое личный пример, когда мы говорим, да, вот настоящий священник, семеро детей. Так вот и что такое личный пример? Как вот сыну объяснить, что курить плохо, да, или заниматься спортом это очень хорошо, если ты сам этого не делаешь. Или если ты, ну, ведешь немножко какой-то там не совсем... Ну это и себя надо так ограничить, для того, чтобы подать такой пример детям, да, ну, то нельзя, это нельзя. Ну, когда-то свое время я тоже, ну, так, если я курю... Я 12 лет прокурил, а вот последние, наверное, уже лет 17, как не курю, и выбросил это из головы, и все. Потому что, ну, мы должны, знаете, всегда, мы на своим личным примером, своей личной жизни показывать и детям своим, и тех, кто, вот, те, кто рядом находится во всем, не только же, только в этом, да. Слушайте, ну, есть у вас какая-то слабость? Ну, вот что-то вот, ну... Ну, Андрей Юрьевич, о слабостях. Я думаю, что слабости? Быть конечно, как? Я же живой человек, да. Есть определенные слабости. Ну, как о слабостях говорить? Ну, о слабостях, наверное, их надо скрывать. Вот, и стараться, не надо, никому не скажу. И стараться, чтобы их не было. Вот. И меньше бачили, и меньше знали. Конечно, все правильно. Все. Может, вы футбол любите посмотреть? Там, я да. Не знаю. Футбол. Не, тільки легко атлетику. Нет, не почему. Или в картишки нет. Поиграть. Слабать. Нет, я в карты вообще нет. Не в карты что, вообще не играю. В дурне даже? Не, ну с детворой так, ну, когда... Так. Вот слабость, я люблю, надо у нас за городом на Сейме дача. Вот это, конечно, это мое любимое занятие. Я туда приезжаю, я люблю вот это садить там вот это. За лопату и вперед. Лопату, да, ну там такая, там не надо картошку, картошку. Не, я же не говорю то картошку. То есть вы там всякие разные сорта, селекции, да? Селекции, там деревья, все вот это. Это вот очень полезная такая, слабость. Очень.
Для семьи. Это, ну, действительно. Это вот я даже зимой приеду, ничего не надо. Сяду на ступенечко, звезды вот так висят, рукой до них дотянуться можно. Просто вот так вот 2-3 часа, каминчик затопил, приятно. Тепло. Вот. Прямо нам захотелось уже, да, в гости. Вот, я думаю, что... Как у Нарцей. Представляешь, Настя? Да. Кабинчик, сидим себе, звезды. Тишина. А утром птички начинают не петь, они кричат, вот особенно в летнее время. Окошко открыто, все. Вот это действительно, вот это слабость. Это у нас из начинок, что у нас есть? У нас рыбка есть, так мы сейчас заворачиваем. Творожок. Есть у нас творожок, так. Теперь мясо с грибами. Сырочек. И сырок мы добавляем, просто немножко добавляем. Сюда? Везде да, чтобы он расплавил. Давайте я буду с творожком делать. Давайте. Угу. Так, распределимся. Вот ложку, пожалуйста, вот раз. Андрей Юрьевич. Можно, ага, спасибо. Легче будет, мне так кажется. Да. Можно заворачивать конвертиком, можно заворачивать трубочкой, кому как нравится. Все равно это потом же будет жеваться, все делается. Угу. Ой, все. Смотрите, рыбка, Сан Саныч, надо все вам... Так, это... сырочек, да? Сырочек, я. Вот. Так. Чтобы ничего не забыли. Мы вначале говорили программы, что руки должны быть чистые, настроение хорошее, поэтому я так делаю, ну, как по-домашнему. Ну, так же, как дома готовим. Конечно, так раз. Чик, вот так вот мы чуть-чуть подворачиваем его. Оп. Красивенько. Должен вам сказать. И сюда. Сюда выкладываем. Первый блин, это блин Сан Саныча. Это он какой он хотел? Тогда рыбку. Красненькую рыбку, все. Так, килограммчика два. Так, ну, значит, тогда я ж понял, что это для вас, я же уж не жалею. Я бачу, что вы уже не жалеете, вот это уже, да, все хорошо. Такий блинчик у нас був серйозненький. Ну, тем не менее, он красивый. Ну, вот, смотри, он художественный. Он все равно получился. Художественный. На цирку раз, все, то чик, все хорошо. Да, нам нужно было действительно немножко больше молока. Да. Но, методом проб и ошибок. Да, но я вам скажу, что мне такие блины, честно, вот больше нравятся. Когда на природе мы, конечно, кисель не варим. Есть другие напитки. У нас, все по феншую. У нас как раз сейчас все... будет кисель. Но он еще горячий, мы его можем сейчас так попробовать куда-то в чашечке налить, попробовать. В чашечке наливаем. Ну, не знаю, как получилось, но я думаю, что я постарался справиться. Від наших партнерів торгової марочки Горобина. От, це коли на дачку приїдете, щоб було веселіше. І від нашої торгової марочки «Оберег» от такі чудові екологічно чисті сумські сири. З вами робляться по сусідству. Так, то потім. А тепер давайте, ну, давайте ми будемо пробувати. Я пробую первый, да? Вот. Ну, давайте же, да. А вы? И вы, и мы. Вы просто обращаетесь. Да. Так, вот у меня попался с этим, с рыбкой. Ну, я беру тут, что Андрей Юрьевич мне готовил. Себя хвалить не этот, не совсем красиво. Ну. Слушайте, белые грибы – это песня. А блинчик мне попался тоненький, я не знаю, кто там еще рассказывал, что они там не тоненькие. Нет, у меня тоненький. У нас только первый был такой. Первый. Ну, как говорится, комом. Он не комом, он такой, наиболее. Очень вкусно. Очень вкусно. Можно запивать киселем просто. Нужно запивать киселем. Ну как же, сегодня, да, и без киселя. Ну и, если разрешите, сейчас я... Вкусно очень. Очень вкусный, кстати. Ой, кисель классный. Вообще с блинчиками-то хорошо идет. Смачный и поживный. Пользуясь все-таки таким прекрасным моментом, да, что мы в преддверии такого светлого, теплого, очень хорошего праздника, женского дня, хочется поздравить всех вот, наших мам, любимых женщин с этим праздником. Пожелать им
любви, молодости, радости. Пусть все в их жизни будет все хорошо. Пусть они абсолютно не нуждаются ни в чем. Ну, а те, кто рядом с ними, это мы, мужчины, чтобы мы дарили им вот эту радость. Давайте за них. За них. Пусть все будет хорошо. За них. С праздником. То есть за нас. Ну и, конечно же, с масленицей. Смачного. І нашим телеглядачам нагадую, що ви були на політичній кухні АТВ. Партнер нашої програми – салон меблів «Фрегат», партнер показу торгова марка «Горобина» і торгова марка «Оберег». Сумські сири найвищого гатунку. І з нами млинці готував Андрій Кисіль, депутат Сумської обласної ради. Салон меблів «Фрегат» пропонує офісні меблі, кабінети для керівників та персоналу, офісні крісла, стільці і дивани, а також ремонт офісних крісел та запчастини. Всі меблі виготовлено з високоякісних матеріалів, можливе індивідуальне замовлення. Салон меблів «Фрегат», проспект Курський, 18А, третій поверх, телефони 095-553-2752, 097-380-0573.